Муниципальное образование продолжает работу на своих территориях по соблюдению требований указа главы республики. По итогам вчерашнего дня муниципальными образованиями проведены проверочные мероприятия в отношении 10 575 объектов, из которых 5545 объектов на территории муниципальных районов и 5030 в городских округах. Общее количество, которое были нарушения, составило 208. Из них 109 нарушений в муниципальных районах и 79 в городских округах. Проверка многих субъектов показала, что у большинства субъектов отсутствуют данные о периодичности проведения дезобработки помещений, торговых залов, в которых осуществляется деятельность, а также отсутствуют журналы по обработке. Не производится термометрия сотрудников, имеется значительное нарушение масочного режима, а также не соблюдается социальное дистанцирование. В отношении таких объектов, субъектов, которые неоднократно была доведена информация о соблюдении обязательных требований при работе в режиме повышенной готовности, администрация муниципальных образований составлены материалы и информация направлена в Роспотребнадзор. Думаю, что с сегодняшнего дня Роспотребнадзор будет уже принимать, так сказать, меры к данным предприятиям, в которых были выявлены замечания неоднократно.